Я рад приветствовать вас. С вами снова Александр. Я сегодня расскажу вам о детском автокресле от компании Recaro. Это кресло категории 0.1. Такой, знаете, на мой взгляд, очень добротный, качественный продукт получился у компании Recaro. Модель называется Zero One. Сегодня мы с вами его и изучим. Собственно, вот это кресло. Сегодня я покажу вам, как им пользоваться, как его крепить, как пристегивается ребенок, расскажу, что за материалы здесь использованы. Ну, в общем, обо всем, что имеет отношение к этому креслу. О технических характеристиках я вам сказал. Это кресло для ребенка с рождения до 3 лет. Это где-то до метра роста ребенка будет хватать запаса этих ремней. Вот. Ну и с рождения, естественно. Вот, это кресло очень безопасное кресло. Здесь используется много интересных фишек. Например, давайте сразу о безопасности скажу. Recaro вообще очень много внимания уделяет, например, боковой безопасности. Здесь всегда очень обширная боковая стенка, ну, защита установлена. Также установлена дополнительная система при боковых ДТП, которая гасит энергию удара. Сейчас я вам ее покажу более детально. Так, она отодвигается, она называется Advanced Sight Protection от компании Recaro. Вот, можете посмотреть, это такие ушки выдвигающиеся, которые при боковом ДТП помогают дополнительно гасить энергию удара. Открывать ее нужно только со стороны окна. С салона этого делать не обязательно. Складываются они тоже очень просто. Если не нужно, убрали. Вот. Что касается лобовых ДТП, естественно, здесь ребенка держит ремни безопасности. Здесь используется фирменная система компоновки всей вот этой вот ремней. Это называется Hero. Их система, которая не дает ремням перекручиваться. Это очень полезно. И также она оснащена здесь на обратной стороне ремня специальная такая, знаете, вообще не скользящая, так можно сказать, как будто бы липкая поверхность, которая не дает ребенку проскользнуть. Очень тоже здорово. Вот, соответственно, пятиточная система ремней классическая, накладки тут, накладки на паховой зоне, все отлично в этом плане. Для самого маленького ребенка здесь есть специальный вкладыш анатомический, который выпрямляет поверхность, да, делая ее более горизонтальной для того, чтобы вы могли возить здесь новорожденного ребенка. Ребенок подрастает, соответственно, вытаскиваем. Вот. Сейчас я покажу вам, как им пользоваться для новорожденного ребенка, как, что здесь вообще нужно делать. Это кресло имеет функцию поворота на 360 градусов. Это очень круто и очень удобно, когда вы подходите к машине. Здесь сбоку, вот смотрите, с этой стороны виднее, есть кнопочка такая, рычажок. Повернули его к себе, посадили ребенка. В случае с младенцем это будет у нас вот такое положение. Посадили ребенка и, соответственно, поехали. Очень удобно, не нужно вот так ребенка сюда как-то запихивать. Вот эта вот система поворота на 360 градусов, она сейчас становится все популярнее и популярнее. И топовые, скажем, бренды очень стремятся использовать эту систему. Это очень классно. Вот, вот так вот против хода движения мы ездим с новорожденным ребенком. Где-то в 9 месяцев, когда ребенок подрастет, можно, в принципе, развернуться. Но если ребенок еще помещается, ездите до последнего, пока влезает. Потому что против хода движения все-таки при лобовых ДТП намного безопаснее ребенку, чем по ходу движения. Поэтому, как вырос ребенок, просто пользуемся, опять же, этой системой. Разворачиваем его по ходу движения. Потом демонтируем отсюда вот этот вкладыш, о котором я вам говорил. Он высвобождает реально кучу места в кресле. Сейчас его уберу, чтобы не мешал. Он высвобождает кучу места в кресле. И теперь 9-месячный ребенок здесь будет прекрасно себя чувствовать. Оно достаточно просторно. Естественно, по высоте также регулируется подголовник по мере роста ребенка. Это стандарты, это большинство кресел есть. Вот, поэтому
посадили ребенка, пристегнули пятиточными ремнями и в путь. Вот. Обещал вам рассказать про ткани. Ткани и рекара – это вещь совместимая. Они делают очень хорошие ткани всегда, тактильно приятные, гипоаллергенные, что самое главное. И они очень износостойкие. Я видел кресло 5-летней давности, простернул и как новое. Ну, конечно, видно, что там чуть-чуть поездили, но оно не убитое ни в коем случае. Оно реально в очень хорошем состоянии. Поэтому на вторичке потом раз и продали, и все. Вот, ткани здесь прекрасные. Это кресло оборудовано системой Isofix и упором в пол. Соответственно, можете установить его только где есть система Isofix. Ремнем оно никак не крепится. Вот, установили на Isofix. Вот, можете с этой стороны посмотреть. Isofix — это металлические жесткие салазки, которые крепятся к кузову автомобиля. Щелчок, щелчок, и все. Потом выдвинули упор в пол. И, соответственно, это нужно для того, чтобы при лобовом ДТП оно не клевало вперед. Очень тоже круто. На передней части здесь есть панелька специальная, сейчас фотографии покажу вам. Это здесь установлена индикация: красненькие кубики и зеленые. Когда вы увидите зеленый кубик, это означает, что то крепление, где этот кубик, установлено правильно. Если красное, значит, вы что-то еще не докрепили. Вот, когда все зеленое, можете смело ехать. Не надо гадать, там, защелкнули вы правильно или нет. В этом плане вопросов никаких. Что касается наклона, здесь, соответственно, естественно, он есть. Вот так положение максимально сидячее. Вот так максимальный наклон. Конечно же, он не лежит, но при лобовом ДТП нельзя лежать, поэтому здесь есть наклон для отдыха. Вот. В принципе, все. Естественно, все вам рассказал. Давайте в двух словах подведу итоги, что вообще я думаю про это кресло. К Рекаро отношусь на все 100% с уважением. Очень хороший бренд, очень высокого класса, качества, очень комфортные кресла они делают. Вот, тканям претензий нет. Они всегда очень безопасные, очень много внимания уделяется боковым ДТП. Ну, это, короче говоря, очень интересные кресла для, ну, когда вы хотите купить хорошее, качественное немецкое кресло с максимальным уровнем защиты ребенка. И еще к плюсу напомню про его систему поворота на 360 градусов. Ну, в общем, очень недурное кресло, тем более сейчас у нас август 2017 года, и производитель очень сильно опустил цену, даже с учетом того, что евро, доллары растут, все равно оно подешевело. Я ссылку добавлю в описании, посмотрите. И за эти деньги, в принципе, конкурентов у него немного. Он реально стоит сейчас этих денег, и по соотношению цены и качества это просто подарок. Поэтому обратите внимание, на мой взгляд, очень интересный вариант. И в заключение хочу поблагодарить магазин «Мир автокресла» за то, что предоставил на обзор это кресло. Спасибо. Ну а вам, если это видео было полезно и интересно, ставьте лайк. Неинтересно — не ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И хочу пожелать вам хорошего, грамотного выбора. До свидания.